У прививочного кабинета 7-й поликлиники маленькие пациенты с мамами и папами. Только пришли они сюда не от гриппа защититься, а проверить манту. Дело в том, что гриппола в лечебных учреждениях города сейчас нет. Точнее, до сих пор нет. Начать сезонную вакцинацию специалисты горздравотдела пока только планируют в ближайшие дни. В прошлом году, говорят специалисты управления здравоохранения, вакцинация от гриппа началась с началом учебного года. Кстати, закончить ее нужно примерно за 3 недели до начала эпидемии. Для нашего региона это до Нового года. В интернете даже есть специальный сайт для забывчивых, он отсчитывает обратное время прививочной кампании. И напоминает, что сделать полезный укол уже пора, только гриппола по-прежнему нет. По федеральной программе на Вологодщину должны были поступить 260 тысяч доз вакцины. Пока закуплено только около 6 тысяч доз областью и 12 тысяч медкомбинатом. Этого хватит, чтобы защитить от гриппа 2% населения Череповца. То, что касается организации иммунизации, это действительно так. У нас постановление есть, да, у нас на сайте, там сроки определены. То, что вакцина на сегодня еще не поступила по федеральному заказу, это тоже имеет место быть. Поэтому иммунизация детей вакциной, которая приобретена за счет средств областного бюджета. Это так. Отметим, что область планирует выделить деньги на покупку лишь 23 тысяч доз вакцины против гриппа. С одной стороны, можно, конечно, подождать вакцину, а там уж как получится. С другой стороны, никто не запрещает приобрести полезный препарат самостоятельно. Но это, конечно, будет не бесплатно. Некоторые родители в Череповце так и делают. Доверие, говорят, к бесплатной вакцине российского производства утратили. В одной из интернет-статей мы наткнулись вот на такое мнение. Гриппол делают из куриного эмбриона, что не может не сказываться на здоровье. Официальная статистика не подтвердила ни одного факта аллергии, что при таком количестве действительно имевшихся случаев это может означать лишь одно – кому-то выгодно эту статистику от людей скрывать. Между тем, большинство медиков, в том числе в Череповце, доказывают обратное. Вакцину, говорят, каждый год усовершенствуют. Одни говорят плохой, другие говорят хороший. Три мамы сказали, что вакцина гриппола плохая, а 5000 сказали, что вакцина без осложнений прошла. Вакцина гриппола – это отечественная вакцина, она постоянно совершенствуется, инактивированная вакцина. В состав вакцины входят иммуностимуляторы. И по большому счету таких огромных каких-то больших осложнений после вакцинации грипполом не было. Еще одна проблема вакцинации. Многие родители вообще отказываются от прививок. Мотив один и тот же. Противогриппозные препараты дети переносят тяжело. Я работаю в детском саду, как бы, и детям, которым в детском саду очень многие родители делали от гриппа, там у них очень плохая реакция появлялась. Они сразу садились на больничный. Мы будем стараться, чтобы наш ребенок не болел, и я думаю, что не будем делать это гриппа. Я так не буду делать. Сразу заболевают? Почему-то заболевают. Да не то, что дети все. Вот и получается, о пользе профилактики говорят много, но на поверку оказывается. Вакцины в регионе нет, да и доверия у людей к прививочной кампании в целом тоже нет. Чиновники от медицины и сотрудники Роспотребнадзора города сегодня в один голос заявили. Еще рано говорить о вакцинации. При этом уровень заболеваемости простуды в Череповце сейчас превышает эпидпорог на 5%. И на 28% больше, чем за предыдущую неделю. Это значит, что даже если вакцина поступит, с иммунизацией придется еще подождать. Во время подъема заболеваемости прививаться нельзя. Между тем, в других населенных пунктах Вологодщины старт вакцинации был дан еще 20 сентября.